Всем привет, друзья! Вы на канале Ван Дамма, и сегодня я вам хочу показать турнирный бой. А перед просмотром этого боя хочу вас попросить, чтобы вы зашли на ссылочку, которая есть в описании под этим видео, и там вы увидите, как нужно отвечать на вызовы. Ну, то есть я там кидал вызов Косян, но он, наверное, еще не видел. И там ни один игрок тоже решил ответить. Ну, посмотрите, у него тоже неплохо получилось. Сделал он так же, как и я, 50 отжиманий. Вот так нужно отвечать, ребят, как он. А не так, как некоторые пишут всякую гадость в комментарии, не пойму почему. И это же все-таки... Я ничего плохого не делал. Там вызов кинул, но это так, шутку. Я думал, вы поймете, но вы что-то непонятно как приняли это. Неважно, короче. Зайдите обязательно, посмотрите, как он отжался. Ну, по моему мнению, я чуть ниже отжимался. Он немножко там хотел обхитрить. Ну ладно, он тоже неплохо, я даже сказал, очень хорошо. Побольше бы таких людей, как он. А то что-то очень сильно, то есть очень много быдла развелось. Ну как бы это понятно, когда человек пишет всякую гадость в комментарии, то понятно, что он ни хрена не сможет сделать. То есть не отожмется, а только обсырать и ставить дизлайки, это он может. А что-то сделать хорошее, на это нет мозгов. Ну, в принципе, я не обижаюсь, потому что без быдла и жизнь плоха. Ну ладно, давайте перейдем к бою. Вот такое вот развитие. Море я не брал. Противник вроде взял, но я не помню. Вот, я пытаюсь как можно быстрее производить дикого ях без хамелеона. Хамелеон в данной ситуации не нужен. Потому что если бы я еще выходил в хамелеона, то это было уже намного посложнее. То есть, что сложнее. Там как раз с противников уже были вертексы, два авиазавода. Ну, не буду говорить наперед. То есть, если бы еще в хамелеон был, то уже была бы атака сложнее. А без хамелеона можно по-быстренькому зарушить противника его диким. Это мне очень часто получается, но... Конечно, если уже ящиков взял мало, и юниты, понятное дело, производятся позднее, то тогда лучше делать хамелеон. А так я вижу, что я хорошо взял ящиков, почему бы и не рашнуть противника. Вот, контролирую карту, как могу, вот увидел молота. Подумал, что будет раш молота пехом, но у меня уже были ягуары, я был уверен, что я... Если и будет что-то такое, то бьюсь, понятное дело. Вот, поехал в атаку немножко противника испугать. Ну, еще голду, понятное дело. Ну, все отличают голду в турнире. И вот уже так получилось, что 7-я минута, противник не рассчитывал, что я так, наверное, быстро поеду. Вот уже вертикс у него есть. Два завода его зерсов. Ну, в принципе, и... Если бы хамелеон был, то я уверен, что я бы уже так просто не убил бы его. Все-таки противник еще сопротивляется, на голде обороняется. Все-таки вот такой бой, ребят. Не знаю, если что-то было интересное, то поставьте ей лайк, конечно. Не знаю, зачем мне ей лайк, но просто так лайк. Мне за это деньги не платят. Ну, как бы вот так вот. Такой вот бой. Кому понравился, еще раз повторю, ставьте лайки, ребят. Не забудьте зайти по ссылочке в описании и посмотреть, как этот парень отжался. Я думаю, это будет интересно. Ну, ладно, всем пока. Не забудьте зайти.